ранку, а якщо ви хочете, щоб він був смачним, ходимо в гості до кухара-аматора Олександра Чхайла. Доброго утра! Доброго ранку! У мене сьогодні таке хороше настроєння, Ріна. Теж, тому що весна, сонце, квіти, які інгредієнти яскраві, чудові у нас. Здогадую, що це буде якийсь весняний салат, отож занотовуйте наші рецепти, а ми розпочинаємо готувати. Начинаем готовить, да. Предлагаю вам порезать наш шпинат и черемшу. Наш салат сегодня будет состоять из шпината, черемши, пекинской капусты, помидоры черри, сыр сулугуни копченый, огурец, редис, болгарский перец и сырые шампиньоны с заправкой. Только всего. Да, сегодня у нас действительно взрыв эмоций, просто. Взрыв всего, что внутри нас происходит. Я возьму, посмотрите, как весна нам дарит какие красивые плоды. Вопрос только возникает, где весной не цветут? Хочу вам ответить, в херсонских теплицах. Вот такой. Тобто да. Наши помидоры сегодня нормальные, как то кажут, без ГМО. Без ГМО. Витамины и дуже смачные. Нарезаем на 4 части помидоры черри, не меньше, чтобы они не стекали. Угу. Ирина, вам предлагаю вот нарезать шампиньоны. Я знаю, вы их любите в салате сырые. Дуже люблю, але яким чином их нарезать? Если вы их любите, поступайте с ними так, как вы хотите. Тоді треба брати просто і гризти. Всім завжди хочеться, коли приходять гості, украсити щось на своїх столах, тому я хочу показати для хазяїв небольшой прийом по вирізанню коронок із редиса. Вау. Ви знали такий прийом? Ні, навчіть. Смотрите, беремо, вот так вот раз. Так. Потом делаем наоборот два. Как вроде бы рисуем треугольничек, да? Угу. Протыкаем еще раз так. И еще раз так, еще раз сюда. Делать такую, как змейку, треугольничками гуляющую. Поглубже, чтобы серединка разрезалась у нас. И вы сейчас увидите, что у нас получится. Я обов'язково спробую повторить это дома. Класс. Да, продолжим нарезать наши овощи. Возвращаю снова вам да, нож. Так? Да. Ну, давайте будем использовать огурец наш. Угу. Так. Держите, для вас, Ирина, и для меня, да. Так, и перец. Добавим болгарского перца. Перец. Да. Пекинскую капусту желательно не резать, любые все салаты желательно не резать. Чому? А рвать, потому что когда мы режем ножом, он в салате подвяливается. Угу. Поэтому я рекомендую всегда вот так брать прям руками и рвать его. Олександре, а от дехто, коли купує пекінську капусту, заради лише цього листя, а оцей качанчик не ріже. Що ви скажете? Я вам скажу чесно, я завжди беру пекінську капусту ради іменно от цього, щоб воно було зелене. Угу. Но учитывая, что сегодня весна, хочется витаминов. Поэтому не грех немножко подрезать это. І у нас буде один такой, скажем так, нюанс, родзинка, да. Нашого родзинка, салату. Да. Ми добавимо туди немножко копченого сулугуні. А як це воно буде зміщуватися, овочі і сіль? Да, оно буде дуже вкусно. Я спочатку думав його нарізати, а ми його рвати. В процесі я передумав зробити його так от, його, як говориться, розірвати на волоси, скажімо. Ну, взагалі-то цей сир так і їдять, його ж розривають на волосся, а потім смакують. Да, його ніхто не ріже ніколи. Переходим к приготовлению соуса. Наш соус будет составлять сок лайма. Его совсем трошки. Мы добавим туда сейчас, обратите внимание, винный уксус. Угу. Его тоже нужно немного. Жаль. Добавляем немножко бальзамического уксуса. Тобто для цього салату ви маєте підготувати різновиди оцту вдома, да. Так? Также мы добавляем, хотя сейчас прошу прощения, мы забыли добавить наш салат, я хотел добавить черный маслин. Вот они стоят, мы забыли, но мы добавим, никогда не поздно, наш салат. Добавляем масло. Олія. Да. Можно использовать любое масло. Можно использовать домашнее, можно использовать оливковое. В данном случае мне очень сильно хотелось именно домашнего масла, потому что вот это салат с домашним маслом, это настоящий вкус. В него даже аромат такой. Аромат такой, да? Кажется, наш, украинский. Соняшниковый, да. Соняшниковый аромат. Добавим немножко сюда же итальянских трав. Так. Немножко тимьяна.
Тож, Олександр, ми маємо ще нюанс, що сіль обов'язково має бути в соусі, а не в салаті. Соусі, так. Да. Я заметив таку закономірність, звісно, я нігде об этом не читав, але заметив таку закономірність, що коли ми розтворюємо соль в соусі і додаємо соус непосредственно в салат, то салат не так стікає, коли ми солимо сам салат. Наш соус готов. І тепер заправляємо наш салат. Осталось нам только выложить его на тарелку. Яка краса, Олександр. Я вот просто рекомендую, приготуйте цю страву вдома, ви не пожалкуєте, тому що дуже смачно, дуже апетитно. Готуйте разом з нами, ходіть разом з нами в гості до Олександра Чхайла. Ірина Федоровська, смачного весіннього ранку вам. До нових зустрічей!